стрим слетел, потому что, видимо, интернет был слишком слабый. Да ладно. Мы остановились мы на том, что добывали 16 дерева с помощью кросков, короче. Да. Стрим слетел. Походу этот недолго протянет. А, вот. Стрим, все. Стрим начался. Уже как 36 минут. Да ладно. Продолжаем. Именно. Я такой. Даже. Крюк. Да, яблоко. Крюк, яблоко. Все, выполнили сразу много заданий. Видите, просто выполнили яблоко и все. Почти полностью даже шкалу. Даже вот эту шкалу чуть больше набрали. Угу. Хорошо. Можно сразу вот это закончить там. Давайте быстренько его сделаем. Сейчас будем делать полностью весь этот. Угу. Все. Первый готов. Второй готов. Третий. Стоп, надо что осталось? А, обычный сундук. Именно обычный сундук. Подойдет из этого, из камня. И все. Ну, теперь вот сюда все поставим. Ладно, здрасте. Итак, и таким мало буду пользоваться. Угу. И берем. Нет, даже не возьмем. Сразу и вот это сделаем. Нет, не так был крафт. Сейчас какой там был крафт? Вот у него. А, все. Все. Кто не знает, то это второе. Вот это сразу можно скомпрессированный просеивать. Он такой меньше, не обращайте внимания. Так, и все, забираем сколько наград? 11 наград. Берем. А, нормально. Не нужно. Не нужно. Ладно, это хорошая вещь. Это тоже ненужная вещь. Не нужно. Вот эти только простые вещи, это нужные очень. Простой грабитель. Энергии нету энергии. Строитель. Вот такая красивая вещь. Дальше. Ора контроллер. Тигр, четко. А, вот ора майнер контроллер. Какие-то контроллеры, короче. И два механических крафтера. Ну, они, наверное, нужны будут, чтобы компрессировать. Базовый флюкс. Ну, вот так, так еще лучше. Так, типа. Самая нужная вещь из этого всего, это вот это. Это имбаровый молот 3×3. Хоть и не алмазный, зато крутой. Можно сразу использовать этот механический вещь, короче. Вот так. Где-то сам. Можно было в него этот еще добавить. Но
вещь, которая собирает эти ресурсы. У меня там название какое-то странное, не помню. Идем дальше. Давайте расширим эту сторону. А, вот не сломал. Круто. Ломаем. Тут даже могут спавниться мобы, а это нам наоборот на руку. Копаем боковые. Чем больше будет база, тем лучше. Даже не лучше, а удобнее. Дальше уже 16 компрессированных. Сейчас я их просто компрессирую, чтобы легче было ломать. Потом еще покажу, как лучше делать. Tracing bar mode на камень — это не то. Все. Пока нету этого. Нету этих, можно вот так сделать. Ой, как же тут много места, где могут испариться. Да ладно, идем дальше. Ждем, 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 ждем. Стоит, хватит. Можно даже один обратно сделать. Все. Теперь покажу вам лайфхак. Берем мало. И берем, ставим 9, да, именно 9, давайте, и берем вот так, создаем 9 молотов, из них делаем компрессованный, вот он. Скомпрессованный, получается вот компрессор, он даже написано, хаммер для компрессионных блоков. Дальше. Еще хорошо сделать два строителя. Это такие вот такие палки, каменные жезлы, которые максимум 5 блоков ставят. Все равно. Все, дальше нажимаем именно эти молоты. Нажимаем. Вот. Туда далее. Сразу же его поставить. Ладно, вот так сломать. Ладно, я хочу вот так сделать. Все. Берем сетки и делаем из них и усиленные. А, еще забыл сказать. Можно сделать. Берем верстак, делаем табличку, и можно сделать только верстак на палочке, это что? А, да ладно, какая-то вещь не нужна. Еще получаем вот такую вещь, какая-то не нужна вещь. Теперь компрессируем. Вот, 34 блока получилось. Еще инвентарь. Еще чуть-чуть. А, вот, подровняем. Если что, не бойтесь, что как бы вы ломаете один блок, а удаляется, берется 9 прочности. Нет, он как бы считает. Сейчас я сломал 4. Короче, здесь 458. Ломаем 5 блока. 58 и 53. Вот, видите? Да, хватит такого. Столько хватит. Все. Вот. И именно этот сундук будет под ресурсы. Важный ресурс. Еще можно сделать вот так. Взять обычный дуб, сломать его молотом. И получится вот эти, как сказать, получится пылинки, да. Пылинки. Из них можно делать. Что можно делать? Обычную бумагу. Это очень нужная вещь, бумаги делать. Можно еще.
площадки, в которых можно заполнять разными этими жидкостями. Но тут магма, тут флюоридом, тут магма, тут магматический флюорид. Короче, вот так. А огненная вода или... А нет, можно любой просто. Да. Вот, берем коробку и ломаем. Все. Все вещи там остаются, а коробка забирается. Такая, это очень нужная вещь. Для начала. Это даже хорошая вещь, ее можно делать. Да. Корпус, корпус. Сразу 64. Тут будет. Ну, как бы сказать. Ладно, сделаем сразу новый. Это арнический. Дерево можно использовать как палки. Ладно. Как я понял, в стриме в некоторых моментах удаляется кадр. И получается, я как буду вот так и резко так. Так и резко вот так. Типа, вы видите картинку этого, и потом останавливается, и сразу видите, как я создаю что-то. Это называется пропажа кадров. Ну, никак не исправить. Не могу. Что я много болтаю? Мне кажется. Кажется еще как. Помолчим и будем делать.
Кто не понял, кто не понял, что я сейчас делаю, я просто сейчас создал глину и делаю себе глиняной сосуд. Да. Он же так делается. Можно съесть шелкопряда. Привет, кто-то зашел на мой стрим. Привет, привет. Привет, спасибо. Спасибо большое. Привет. Извини, что не заметил, что ты написал. Спасибо за удачу. И тебе удачи, если ты тоже снимаешь видео. Вообще не заметил, что кто-то зашел на мой стрим. Буду ждать пока что. Дракон, ты еще тут? А, ну круто. Круто, желаю тебе удачи, если будешь снимать. То... Ну, удачи тебе, Сэндофин. Спасибо, что зашел на мой стрим. Если честно, ты первый, кто за 2 дня зашел ко мне на стрим. Всем спасибо большое. Спасибо большое, что побудешь на стриме. Это крат тому, что ты, если честно, ты первый тот, который посмотрел меня. Который был на моем стриме. И этому так рад. Если честно, это уже не, ну, не первое мое прохождение. Мое прошлое прохождение удалилось. Да. Видимо, какая-то ошибка в этом, какая-то ошибка в диске была, поэтому удалилась. Минус 2 стрима. Это как бы не третья серия, а вторая. Если так считать. Если ты не знаешь, что это мод Stone Block 2.
Ну, как почти самый сложный, можно сказать, что очень сложный этот. Это очень сложная сборка. Я на ней играю. 200 модов где-то тут. Бесконечный генератор готов. Сейчас я надо взять пыль и просить. Это не мод, это сборка. Ты, наверное, смотрел прохождение сборки за 1 час. Наверное. А, да, я тоже смотрел это. Я по этому видео, ну, прохожу этот Стоунблок за 1 час. Я из-за этого видео понял больше, как проходить этот мод Стоунблок 2. Да, там вообще не за 1 час, а больше, чем за 10 часов. Там просто склейка. Даже не склейка, как сказать. Ускорение. Сейчас я зря это не компенсирую. Да ладно, все равно. Мы с тобой оба смотрели одну сборку. Не одной сборки. Круто. А. Он вышел. Жаль. Я думал, он хотя бы на чуть-чуть останется. Ну да ладно. Разговариваю, а он ушел. Стоп. А я думал, ты сейчас вышел со стрима. Я думал, ты со стрима вышел, просто он мне не показывает. А, спасибо за то, что этот лайк поставил. Вас не показывает, кто смотрит, кто нет. Или ты не смотришь? Зрешь, наверное. Да, я тоже стендов один раз поиграл. Там просто почти 4 были. 3 просто поворачиваются и убивают. А, ладно, будь. Ну ладно, побудь, посмотри, как я прохожу. Все, теперь надо просто по-другому сделать. Вот уже получил больше. А вот тут меня отображается, что ты как бы на стриме или ты что, не знаю. А, вот, тут показываю, что смотрит. Все сделать. Ой,
А я уже все потратил. Да ладно. Вот уже 8 полированной глины, а из этого делаем тигель. Фасту быстренько. Только не уходи. Вот и тигель. Тигель нужен, чтобы... Что в тигель? А, вот сюда камень. Да. Тигель, камень. Можешь сказать, как тут, ну, как бы так сказать, как качество видео там и так далее? Просто я сам не уверен, что качество видео хорошее. Минут идет стрим. А что ты молчишь? А, вот. Спасибо. А, бывает, что как бы я тут стою, ну, как бы сундук вижу, а потом резко что-то крафчу вот так. Ну, как бы кадры пропадают, потом восстанавливаются. У тебя такое бывает? Просто ошибки иногда выходят, что кадры пропадают, поэтому вот. Спрашиваю тебя. Призрачный дракон. А, было? А сейчас такое есть, как бы? Ну, микроподлаги. Просто уже ошибки восстановились. Ну, меньше ошибок показывает, как будто ошибки восстановились. А так говорю. Не на самом деле восстановились или нет? А, ну окей. Это хорошо, что сейчас все окей. Просто днями и ночами не спал, чтобы настраивать это. Это вообще не шутка. Я где-то 2 дня не смыкая глаза, это все делал. Настраивал. Круто, что хотя бы. О! Стоп! Кто-то еще. Какой-то новый зритель. Привет! Кто на стриме? Кто зашел на стрим? Вот к чему я добиваюсь, это очень крутой. Стоп, а, нет. Вот. Что хорошо ушло? А, ты про качество говоришь? Спасибо большое. А кто еще на стриме? Просто 2 зрителя. А кто-то тихо сидит. Молчуны выходят. Не выходят, а типа. Не спите. Молчуны. Лучше продвигаться по этим. Забрать сразу 3. Еще вот это дело. Сразу 3. Меня получают перчатки. Это крутая вещь. Склад улучшения. Ненужит вещь. Не понял, зачем она красивая.
я просто жду, пока лава сделается. Ждем лаву. Вместе ждем. А, нет. Ладно, пока лава делается, буду что-то делать. Можно по-быстренькому вот здесь пройтись, даже вот здесь. Сделается. Сундук. Сундуки. Спасибо, что ты еще на стриме. Спасибо тебе. Стоп, я чуть не понял, стоп. Чё? А, ой. Ладно. Для начала это сделаем. Даже две. Будем все делать быстренько, фастом. Сама бочка. Можно ее сделать, конечно, но зачем она? Это тоже зачем? Так, дальше. Уплотняющий ящик сложно. Вот это легко. Ну, это сложнее, сложнее, еще сложнее. Ладно. На сейчас можно забрать три. Вау! Есть! Преобразование! Самые крутые вещи выпали. Это резонирующий набор преобразования. Это, ну, самый мощный этот. Самая мощная прокачка для Thermoforder. Это очень крутой мод. И вот такая кирка на 11 урона. Плюсом еще и самая быстрая. Ну, очень крутая. А это у меня уже есть. Будем хранить. А это пойдем сразу тратить. Чистим, чистим. Угу. Возьмем, возьмем. Да, очень сильно повезло. Прям слишком сильно повезло. Этот. Настроил фортуну, как говорится. Ничего, железный. Ну чуть эта вещь бесит. Кто второй зритель? Да, можно. Кто второй зритель? Два один. Кто-то выходит, кто-то выходит. Железа даже не хватит, все еще не хватает. Часа. Еще 7. Спасибо, что ты призрачный дракон все еще остаешься на моем стриме. Как тебе, интересно или скучно? А вы тебе интересны, типа, другие эти начинать.
тело. Спасибо, что интересно. Найс. Вот. Уже больше этого сделал. Очень много. Как думаешь, может мне сейчас... Ой. Может мне пойти в этот... Где моя книжка? Где моя книжка? Блин, где книжка? Вот она. Как думаешь, мне сейчас пойти в этот, в майнинг мир, потом сразу в энд? Или сделать генератор булыжника и вот так пойти по цепочке? Как думаешь, что ты выбираешь? Миры или булыжник? Выбери. Мир или булыжник? Что тебе интересен будет? Увидеть другие миры? Или... Или этот... Или что-то. Генератор... Ладно, как хочешь. Так, генератор сейчас сделаем его. Идем. Я сделал ножницы нечаянно. Зачем мне они? Зачем они нужны? Делать проводки. Это нужная вещь. Это просто сам типа собирает молоко и так далее. А обсидиан ножницы это не нужно. Запускать вас не нужно. Это нужная вещь. Ладно. Сейчас будем делать генератор. На плавку пойдет. А зачем это вещь нужна? Механизм. Сейчас будем делать генератор. Вот он. Делаем генератор. Это лава, стекло. Но они сейчас справятся. Все, нет проблем. Берем. И как ты хотел, я сейчас буду делать генератор. Считай, что сделал. Денег. Все, вот и генератор. Сразу до второго. Не могу. Ставим выше, ниже. То, что ниже. Вот так. О, ты вернулся. Почему ты в бок не даешь? Даю. Нет, не хочет. Придет.
можно сделать вот так. Брать будет. Да. Будет сразу скомпрессировать. Начинает бесить это чуть-чуть. Сделаем механизм. Мини-механизм. Записывай. Ставим генератор. Ой. Ставим генератор. Основной ящик и механический этот. Ставим один. Отсюда он. Начал делать сам. Все круто. Теперь можно считать, что бесконечно этого камня. Камень тут это почти самая нужная вещь. Можно сделать такой генератор, можно такой стерильный. Теперь отправимся туда. Зажать и идти. А, привет, ты кто? А, ты на каком-то другом языке разговариваешь. Ты сам не знаешь. Вау, 3 зрителя. Ну скажи, что за язык, я тебя не понимаю. Извини. Sorry. Sorry, welcome. Hello. What the fuck? Кто? Ты что? А, вот, я уже почти дал. Ю, что за буковки у тебя? 3, 5, 7, 7. Круто. Скоро я уже доберусь. Призрачный дракон, ты еще? Я просто уже почти дошел до мира. Спустимся. Стоять. Хотел как лучше, получилось как всегда. Мне нужно взять меч. Это самое главное в мире, куда я сейчас пойду. Это меч. Меч, меч. Да, это тоже хорошая вещь. Дракон, пусть ты тут. Дракон. Дракон. Дракоша тоже. И его друзья. Блин, а почему звука нету в Майнкрафте? Максимальный звук, что-то. Сейчас включим. Стоп, стрим ушел. Проверочка. Привет.
все, ушел. Так, кадры ушли. Вообще системы звуков нету. Вообще звука нету. Ничего страшного. Возобновляем кадр. Всё. Давай, да, захватим. А, вот все. Полетели. Нет, не полетели. Меч забыли. Уже сообщение. Какое? А, какое сообщение? Почему сюда не генератор? Ну я сделал уже генератор, вот. Вот оно генератор. Я просто дальше не могу туда пойти, чтобы железо накопать. Поэтому я делаю меч, ну хоть какой, чтобы главное не тратить. Тапки, чтобы сразу не упасть и не умереть. Так как я это умею и люблю умирать сразу. Берем инвар, блин, вот. И полетели. Как вы полетели? Тут же минимум будет. Ну, пошли. Ой, стой. Опа, меч уронил, почти поем. Почти уронил. Кто на моем стриме? Катя, ты на стриме сейчас? Катя. Катя, ты на стриме? Если на стриме, напиши, кто. В чате. А вот и то, что нам надо было, это железо. Ладно, сейчас мне упасть. Ой, уф, просто тут иски тебя ждет, и у тебя просто тут обратно. А, вот и Катя. Привет, Катя. Без тебя снимаю стрим. Хотел с тобой на тебя. Твоя вина. Не надо было. Еще бабушка. Жалко. Все равно со мной сидеть не будешь. Ты, Катя, станет модератором. Оступ. Чё? Я стой. Я тихий. Просто сделай чуть-чуть громче. И всё. Буду громче. Я говорю максимально громко. Опа! Стоять, что такое цельное. А мы ломаем и крушим. Най-най-най-най-най-най-най. Пошли обратно домой. Я домой хочу.
Идем. Можно еще вот так сделать. Значит, нажать таб и вот так сразу ломать. Вот так. Я запустил. Да. Это хоть это и жесткая кирка, то она. Быстренько ломается, могу тортики себе надо делать. Дракон, ты пришел? Если пришел, тогда я тебя этим сделаю. Модератор. Это. Бесплатненько. Потому что ты эксклюзивный первый этот. Вот и все. Сейчас. Что мне еще пойдет? Надо еще 6. Последний этот. Я прокачаю тебя. И заберу за ехала награду. За сразу 2. Вот под боком сломаем. И про. Нет, не прокачка. Да. Поспешил. Самое главное в этом. Блин, не знаю. Сейчас. Вот, все. Идем делаем. Прокачка, дракон. Ты хотел, чтобы я прокачал. Вот я и прокачал его. Может сразу генератор мне сделать, как у меня вот это появилось. Круто, хорошая новость. Быстренько можно его сделать, как бы это не сложно. Ага. Сейчас даже инструкцию давай сделаю, дайте сделаю. Бочку можно сделать, бочку. Каменная бочка. Вот она.
Она делается из 9 камня. 3 еще камня. Два. Хватит, наверное. Угу. Что, какое задание следующее? Это алмазы. Алмазы берутся через сито, сито, гравий, гравий. Железный только. Да. И все. Теперь у нас железное. Дальше можно, например, оставить все это сюда. Потому что это ему не нужно, давно все выкинуть. Если нет у меня, берем и каменная, о, стоп, а что, каменная бочка надо было сделать? А, да. Блин, детектор существ. Да ладно, ставим. Берем бочку, ставим это. И в бочках. Щепотку маленького раствора, короче, вот так делаем, наверное, и всё потом. Берём. Ой, всё. Дальше сразу не сделать. Берем и пьем железо. А нету железа, вот в чем проблема. Опа, а ты что? Дешевле и медленнее. Да, пофиг. Мне любой можно. Деревянная загрузочная воронка. А, вот в чем проблема. Сама-то заключалась. Я подумал, что она просто будет чуть-чуть меньше, оказывается. Оказывается, пусть и медленнее, и дешевле. Да, пофиг. Будет медленнее и дешевле. Да. Сейчас давайте ускорим. Это очень легко делается, берется так. Так, так, так. Тик-так. Угу. Берем палку. Ломаю. Ставлю, зажигаю. Идем. Осталось еще два. Свечи, наверное, это буду жать, потому что он мне нужен. Ее еще как-то можно было делать больше. Берется обожженный тикель и улучшается. А, урановый блок. А! Могу сделать 20 раз больше. Печь.
принимается решение взять 5 угля и пойти и идти плавить. Поехали! Даже плавить. Все, поехали. Это долго и долго. Да, это очень долго. 0 зрителей, а было 3-4. Да ладно, все равно. Сейчас нет. Тоже на меня подпишется. Кому же нужен? Да, надо было просто тихо. И просто тихо. Смотрите. Красотку эту.
Этой кирки, что на ПКМ ты делаешь тортик. Потому что... Ой! Потерялся. Едет, идет.